Одна эпоха, одна судьба. Под таким названием прошел литературный вечер, организованный централизованной библиотечной системой города Караганды. Мероприятие приурочено к 130-летию поэта, выдающегося деятеля Сакена Сейфуллина. На литературный вечер пригласили старшего преподавателя Карагандинского государственного университета имени Евнея Рустана Чебукетова Нуртаса Смагулова. Спикер ознакомил молодежь с жизнью и творчеством Сакена Сейфуллина, которые ранее не были озвучены нигде. Қайырымды қалың елі бар, сарарқа сары белі бар, орысты шалқар көлі бар, сағындым мен қырымды. На литературной встрече учащиеся читали отрывки и стихи из произведений поэта. В формате открытого диалога участники вечера задавали историку интересующие вопросы. Мероприятие продолжилось демонстрацией слайдов с творчеством Сакена Сейфуллина. Читатели знакомятся с историей и судьбами людей, для которых такие понятия, как честь, достоинство, любовь к родине, были в приоритете. Это то, что так важно и для нашего времени. Также в библиотеке представили книжную выставку под названием «Одна эпоха, одна судьба». В ней были собраны произведения и стихи поэта. В будущем подобные литературные вечера организаторы планируют сделать традиционными. Динара Сартаева, Кайрат Алиев, Бульдерген Асагат, телеканал «Сарарка».